У нас тоже, наверное, деревня, скорее всего. Там уже море, вон там, я считаю, стоит. Конечно, спросить, но это же рядом с пляжем. Как? Смотри, бич. Бич там, да. Дальше, говорим. Следующий? Да, вроде следующий. А вот пляж. Они у них все такие маленькие пляжи. Минимально. Ну, может, это не про этот пляж? Это, да? Ну, очень красивое место здесь, смотри, как. Вообще обалденно. Очень красивое место. Вот это мне нравится, то, что мы здесь будем жить. А? Пляж-то маленький, но просто само место красивое. Так, прибыли мы на наше место. Несмотря на то, что мы чуть-чуть потусовались в городе, все равно мы раньше, мне кажется, приехали еще. Сейчас, ну, в принципе, пока мы найдем точное жилье, адрес, я думаю, уже как раз будет. Такие вот здесь интересные парковки для велосипедов. Что, примерно есть ориентация? Что там на бумажке написано? Какой ориентации? Очень нет. Вторая остановка, все. Тут домов мало. Вторая остановка. Ну да, домов я здесь мало. Я думала, там один дом буквально, а тут домов мало. Да, да. Так, друзья, пока выключаюсь. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию. Находимся на острове Гоза.